приветствуем наших братьев, сестер, церковь, а также тех, кто с нами впервые, наших гостей, тех, кто получил наш линк от своих родных, от друзей. Мы приветствуем всех миром Господа Иисуса. И мы начнем наше служение. Служение в пятницу. Это служение, обращенное к семьям. Бог имеет благословение для вас. Давайте в этот момент склоним наши колени, чтобы помолиться Господу и воззвать о крови Иисуса. Наши гости, будьте как вам удобно. А наша церковь, она склонится на колени. Наш Бог, наш Отец, мы взываем к Тебе о силе, которая в крови Господа Иисуса. Мы просим у Тебя благословения, освобождения и общения. Прими нас, Господь, перед Твоим троном, Господь. Прими наши молитвы пред Твоим лицом. Мы просим Тебя во имя Господа Иисуса. Аминь. Слава Господу. Можете присесть, давайте споем псалом. Те, кто знает слова, пойте вместе с нами. Призову силу, что в крови Христа. В нем мой мир, покой и радость, жизнь и свет, Господь Иисус. Давайте споем еще один псалом, поклонение Господу. Если вы знаете слова, пойте вместе с нами. Да взойдет моя молитва пред лицо Твое. Словно фимиам. О, прими ее из рук моих, как вечернюю жертву. Услышь меня, Господь, и ухо преклони. Услышь меня, я зову тебя. О, не дай мне ходить без твоего присутствия. О, Господь мой Бог. Да, с тобой пойдет мое присутствие, чтобы ввести тебя в мой покой. Oh,
Возлюбленные, как чудесно славить Господа. В этот момент мы споем псалом вместе с нашими детьми и подростками. И церковь может петь вместе с нашими детьми. Наши дети, они прославят Господа в псалме. Чудесное имя Его, того, кто победил смерть на кресте, единого, достойного хвалы, Его имя Иисус. Верный Бог, Он есть мир, Он любовь, Спаситель наших царей. Он моя надежда навеки. Господь Иисус пролил за нас свою драгоценную кровь на кресте, искупил грехи мои и омыл меня. Его имя Иисус. Верный Бог, Он наш мир, Он любовь, Спаситель и Господь. Он моя надежда навеки. Теперь радостно буду Тебя прославлять, пусть ибо кровь Твоя омыла меня. Я иду по дороге в новую землю. О, Иисус, приди и забери меня. Верный Бог, Он наш мир, Он любовь, Спаситель и Господь. Он моя надежда навеки. А теперь этот момент, которого вся церковь ждет, пасторское послание. Возлюбленные, пасторские послания — это выражение чувства любви пасторов к своим церквям, к своим овцам. И пасторане посылают письма своим церквям, и их письма являются для всех нас утешением и ободрением. Эдсон Ян из города Палёса, штата Санта Катарина. Господь, дай мне слово к церкви, которое бы я хотел передать всей церкви. Исаия, книга Исаии, глава 57, стихи 18 и 19. Я видел пути его, исцелю его, буду водить его и утешать его и скорбящих его. Я исполню слово «Мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь, и исцелю его. Мир тем, кто близок, мир ближнему и дальнему. Мир тем, кто находится далеко, даже не могут ходить в церкви, но мы пребываем в одном и том же общении, и мир Божий, Он царит в наших сердцах. На этом служении на Ютубе мы далеки друг от друга, но мир Божий царствует в наших сердцах. Мир Господа Иисуса всем вам, Господь да благословит вас. А теперь мы подошли к чудесному моменту, это момент молитвы.
Молитва верного может многое, как написано. Давайте мы уделим 5 минут молитве. Вы с Господом. Если вы хотите склониться на колени, будьте как вам удобно. Если вы хотите сидя, молиться Господу, взывайте к Богу, молите за вашу семью. Господь имеет благословение для вашего сердца.
А теперь, возлюбленные, мы подошли к особенному моменту. Господь уже услышал наши молитвы. Господь дал нам почувствовать свое присутствие чудесным образом. А теперь подошли к особенному моменту. Мы откроем Слово Божие. До сего места мы говорили Господу, а теперь давайте позволим Богу говорить к нам. Мы откроем наши Библии. Вытащите все закладки, если у вас есть закладки в Библии, и вы откроете Слово Божие. Если у вас есть одна Библия, то откройте, помолитесь, воззовите о крови Иисуса и откройте Слово. Можете передать затем Слово Божие своему сыну, жене или члену семьи, который с вами. Если у вас всего одна Библия, то можете делиться. Если у вас есть своя Библия, воззовите о крови Иисуса и откройте Слово Божие. Вы опустите ваши глаза или возложите палец, указательный палец, и стих, на который упадет ваш палец, Господь проговорит к вам через свое слово. Возлюбленные, мы подошли к концу нашего служения, и мы в этот момент помолимся за семьи, за дома. Мы помолимся к Богу, и сразу за молитвой мы помолимся также апостольским благословением. Давайте закроем наши глаза. Бог наш и Отец, мы прославляем Тебя, ибо до сего места Господь нам помог. Мы просим Тебя, Господь, за дома, за семьи, Господь, излей Твое благословение. Пошли помощь каждой семье,
Позволь, Господи, чтобы Твое имя прославлялось и возвеличилось в каждом доме. Молимся к Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. И во имя Твоему просим, чтобы благодать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, любовь Бога Отца и нежное общение, утешение Святого Духа Божия да пребудут со всеми отныне и вовеки. Аминь. Наше богослужение подошло к концу. Мы хотели бы оставить номер телефона для всех тех, кто проживает на территории Бразилии. Вы можете звонить в любое время, дня или ночь. Пастор ответит на ваш звонок, и вы получите слово от Господа. Он помолится за вас и скажет вам, что вам делать дальше. Наши социальные сети также хотели бы напомнить, они доступны для всех. Подключайтесь, и Бог проговорит к вам, к вашему сердцу. Также по пятницам на нашем канале на YouTube мы транслируем программу, провозглашая вечное Евангелие, и Бог имеет великое благословение для тех, кто смотрит эту программу, и мы прощаемся с вами миром Господа Иисуса. Аминь. Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. A revista Maranata, com periodicidade trimestral, chega neste momento para informar aos membros da Igreja Cristã Maranata e à sociedade em geral as ações referentes ao anúncio do Evangelho no Brasil e exterior, ao fortalecimento da doutrina bíblica no seio da Igreja Cristã Maranata, bem como as ações sociais, missões, testemunhos e demais atividades que compõem o trabalho da instituição. Os assuntos abordados na revista Maranata estão organizados nos diversos temas, tais como a obra no Brasil, a obra no exterior, a Missão Amazônia, Escola Bíblica Dominical, Trabalho de Crianças, Intermediários e Adolescentes, Organização e Método, Acessibilidade, Ciência e Fé, dentre outros. A publicação é feita pelo Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata.